Друзья, всем привет! С вами на связи команда Money Turbo Pump, денежный турбонасос. Мы планируем собрать как можно больше денег с маркетинга Geltor System. Если вы готовы пройти этот путь, то присоединяйтесь к нам. Сейчас я вам покажу самые основные моменты маркетинга. Сколько стоит вход, сколько стоит выход и сколько чего нужно сделать для того, чтобы зарабатывать. Маркетинг Geltor System состоит из двух финансовых моделей. Это тринарная система и бинарная. Тот партнер, который приходит на деньги, он должен знать, что рано или поздно он зайдет в бинар, и ему заблаговременно надо выбрать позицию, со скольки кошельков он хочет зарабатывать. Либо с трех, либо с семи. Если человек приходит на обучение, а именно в обучающем модуле у нас упакована система ТОР, то ему выгоднее зайти на три модуля за $111. Он просто здесь обучается, прокачивает свою жизнь и, как говорится, живет счастливо. Если же вы пришли на деньги и ваш путь начинается с тринаров, тогда вы должны знать, что приглашая людей на обучение, здесь существует партнерская программа, по которой вы будете зарабатывать. Если вы точно знаете, что вы будете двигаться именно в бинаре на большие доходы, то ваша задача зайти на $211, для того, чтобы система в будущем могла вам активировать 7 бизнес-мест. Я думаю, те люди, которые заинтересованы в деньгах, они понимают, что 7 бизнес-мест лучше, чем 3 бизнес-места. Потому что работу мы выполняем одинаковую, соответственно, доход мы будем получать разный. Если ваша задача зарабатывать 7 бизнес-мест в бинаре, значит, ваша первая цель – это зайти на $211, тринарную систему, если вы начинаете с тринаров. Если вы начинаете с бинара сразу, то есть вы будете здесь качать свой бизнес, вы будете приглашать именно в бинар, то вам выгоднее, конечно же, зайти на $911. Во-первых, вы уже занимаете 7 бизнес-мест, то есть ваша позиция уже закреплена сразу навсегда, и у вас будет возможность получать по партнерской программе с 4 первых модулей. Потому что по статистике самые популярные модули, на которые люди заходят, это либо 3 модуля люди приходят обучаться, либо приходят на 4 модуля строить бизнес. Поэтому, чтобы вам не терять людей, вам выгоднее зайти на $911, на 7 мест в бинаре и 4 модуля. Вход на 4 модуля равен $211. Когда ваши 4 модуля полностью заполнятся, ваш суммарный доход будет составлять $1305. То есть, сами видите разницу. Зашли на 211, ваша прибыль 1305. Если вы начинаете с первого модуля, потому что я понимаю, у всех разные ситуации бывают в жизни, тогда вы начинаете свой путь с $22. Ваша первая прибыль будет $65. Из этой суммы система автоматически вам прокупит новый, пустой, свежий модуль для того, чтобы вы могли зарабатывать многократно. И купит вам следующий уровень, второй модуль. И ваша чистая прибыль останется, которую вы сможете вывести, как говорится, на свои нужды. Система вас автоматически переведет во второй модуль. У вас уже появляется возможность строить команду не на первом модуле, а сразу на двух. В этом случае вы приглашаете людей не на $22, а на $47. Когда у вас люди приходят в эти модули, у вас закроется первый модуль второй раз, и первый раз закроется второй модуль. Из дохода система вам прокупит первый и второй модуль, чтобы вы могли многократно также заработать. Прокупит вам следующий уровень, третий уровень. И у вас будет средство, которое вы можете вывести и использовать на жизнь. Когда система вам купит третий модуль, вы должны знать, что после закрытия третьего модуля система вам купит 3 бизнес-места. Это заложено в программу. Система автоматически купит вам 3 места. Если вы понимаете, что 3 бизнес-места вам мало, вы хотите зарабатывать 7, тогда ваша задача заблаговременно активировать 4-й модуль. Активация 4-го модуля будет вам стоить $100. То есть, зайдя в 3-й модуль, вы за $100 активируете 4-й модуль, и у вас в кабинете будет вот такая кнопочка, где надо будет поставить галочку, что вы хотите 7 мест в бинаре. В этом случае система будет видеть, что вам надо 7 мест в бинаре. Когда у вас закроется третий модуль, она у вас зарезервирует часть дохода,
И когда у вас закроется четвертый модуль, она вот эти средства из дохода возьмет и активирует вам 7 мест в бинаре. То есть средств с третьего и четвертого модуля вам достаточно будет для активации 7 бизнес-мест. Если мы только работаем на третий модуль, то тогда при закрытии третьего модуля на 7 мест в бинаре денег не хватит. Поэтому система вам купит только 3 места. Но если вы хотите 7, значит, вы заблаговременно должны сделать вот такое действие. Активировать четвертый модуль в тренаре, чтобы вам система купила 7 мест. Я рекомендую это делать абсолютно всем, кто приходит на деньги, потому что работу мы выполняем абсолютно одинаковую, но сами видите, что 3 бизнес-места – это меньше, чем 7. То есть либо у вас 3 магазина, либо 7. Разница есть и огромная. Поэтому обязательно к третьему модулю вам надо подготовиться заранее. После того, как у вас закрывается четвертый модуль, система точно так же из дохода вам активирует следующий модуль, активирует вам новый такой же пустой модуль, и вы уже можете приглашать сразу на 4 модуля. И у вас открывается еще возможность пятого модуля. То есть вы уже можете и четвертый, и на пятый сразу приглашать. И вот по такому же принципу из дохода система будет вычитать реинвест, то есть покупка точно такого же модуля, будет вам активировать следующий уровень, пока не дойдет до седьмого. То есть система вас будет двигать по кругу. Закрыли 7, она вам заново купила все 7 модулей, и вы по новой можете их закрывать. Как вы будете закрывать эти модули? За вами будут двигаться те люди, которых вы пригласили, потому что у них есть собственные модули, они точно так же их закрывают, заполняют. Соответственно, если ваш партнер закрывает первый модуль, система его передвинет в ваш второй. Если он закрывает второй, система его передвинет в ваш третий. Соответственно, те люди, которые пришли за вами, они выполняют точно такую же работу, их модули закрываются, и система их двигает за вами. В итоге, при грамотно выстроенной работе можно зарабатывать с командой, с одними и теми же людьми. Самое главное понять принцип, что существует программа минимум. Это 3 человека. То есть каждый партнер, который приходит в команду, должен понимать, чтобы система вот эта вся работала, как минимум надо пригласить 3 человека для тренара и 8 человек для бинара. Еще раз скажу, чтобы ваша система в тренарах постоянно работала, вам надо пригласить как минимум 3 человека. Для того, чтобы у вас доход строился в бинаре, точно по такому же принципу, программа минимум 8 человек. Вы приглашаете 8 человек, объясняете им саму суть этой всей системы, они делают точно такие же действия, и у вас начинают выстраиваться глубина. Это в бинаре. В итоге вы начинаете зарабатывать не только в тренаре, когда у вас люди приходят обучаться, но у вас еще начинают закрываться бинарные пары в бинаре. Вы здесь точно так же начинаете зарабатывать. Нюанс. В тренарах у нас 2 линии, по которым мы зарабатываем. В бинаре у нас бесконечное количество линий. Поэтому те люди, те партнеры, которые идут на деньги, должны знать, что в бинаре самые основные и самые большие деньги. И заранее подготовиться к тому, какую позицию вы здесь будете занимать. 3 бизнес-места или 7. Вот такая абсолютно простая система. Никаких скрытых схем, никаких скрытых платежей. Все очень просто. 7 тренаров, 1 бинар. Заходим, выбираем для себя старт, либо $211, либо 911, либо заходим с первого модуля и к третьему модулю готовимся занять позицию в бинаре. Все, чего-то сложного здесь в этом маркетинге не существует. Зашел сам, пригласил 3, если начинаешь с тренаров, либо 8, если начинаешь с бинара. Можно в тренаре 8 человек как минимум пригласить. Эти люди с тренаров же перейдут к вам в бинар. То есть все очень просто. Если вы человек активный и на этом останавливаться, в принципе, не готовы, ради бога, никто вас ни в чем не ограничивает. Свою первую линию вы можете расширять вот столько, сколько вы посчитаете нужным. Это вам будет только в плюс. У вас, во-первых, и тренары будут быстрее закрываться, ну и, соответственно, в бинаре вы будете точно так же зарабатывать больше.
То есть это все зависит от вашей активности. Как известно, в сетевом зарабатывают больше всех активные люди. Вот такая простая система. Если у вас остались вопросы, обязательно задавайте тому человеку, который показал вам это видео. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить еще интересные и полезные видео. Обращайтесь по контактам, которые есть под этим роликом в описании. Команда Money Turbo Pump желает вам здоровья, радости и благополучия. Всем пока!